что, я сейчас нахожусь на фабрике растений Никитенко и хочу вам поближе показать то, что в этом году намного лучше получилось, чем в прошлом. Это спирея японская Little Princess. Вот мы уже сняли укрытие, и вот здесь вы можете непосредственно посмотреть, что на данный момент. Прямое солнце, мы дали удобрение. Продолжаем поливать вот из таких спринкеров. Да что ты говоришь? Вот так это выглядит. Крепятся они. Здесь шпагат, чтобы не провисал укрывной материал. Вот так крепим трубу. Ну, чтобы вы детально все видели. Грядки у нас метровой ширины. Вот так они формируются, вставляются. Это сборно-разборный модуль в итоге. Это вот культура спирея японская Little Princess.